Осень на даче станет плодотворнее и теплее, если посетить открывшуюся в выставочном зале «Экспо Одинцова» одноименную ярмарку. Для дачников здесь огромный выбор саженцев хвойных и плодовых растений. Луковиц, лилии, гиацинтов, нарциссов и тюльпанов, а также чеснок-гигант, ремонтантная клубника, разнообразные многолетники и комнатные растения. И, конечно, качественный садовый инструмент. Поддержать иммунитет, восстановить здоровье и успокоить нервную систему помогут природные масляные бальзамы сибирских кедров. Хозяйки найдут на ярмарке уникальные ножи со всего мира, разделочные доски авторской работы, а для создания уюта в доме – картины и теплые пледы. Представлен здесь мужской и женский трикотаж, костюмы, жакеты, кофты. Для холодной погоды мужская и женская осенне-зимняя коллекция брюк, курток и пальто широкого размерного ряда. Удобная обувь. Найдутся и книги для тихого осеннего вечера. Ярмарка «Осень на даче» будет работать по 26 сентября с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».